Всем привет! Вы на видеоканале компании Skybike. Сегодня хотим обновить обзор на электровелосипед Lyra после 7 лет перерыва. В этом видео мы расскажем вам про технические характеристики, сборку этого электровелосипеда и в конце пробежимся по обслуживанию, эксплуатации и хранению. Итак, этот электровелосипед для взрослого человека ростом от 160 до 185 сантиметров. Вот так, к примеру, расположится на нем человек ростом 185 сантиметров. Для тех, кто знает, как подбирается размер рамы велосипеда. Расстояние от руля до сидушки, от сидушки до оси педалей и от сидушки до поверхности пола. Основной плюс Lyra – нет никаких пластиковых обтекателей, все минималистично, но предельно функционально, как следствие – невысокая цена. В 2024 году производитель добавил механические дисковые тормоза на оба колеса. Лично нам понравилась как эффективность тормозов, так и чисто эстетический эффект, велик стал выглядеть интереснее. Также качество покраски рамы и других металлических деталей стало не в пример лучше. На заднем колесе установлен электромотор мощностью 350 Вт. Аккумуляторная батарея емкостью 9 Ач. Суммарное напряжение батареи 36 Вольт. Набирают ее из 40 литий-ионных аккумуляторов 18650. В комплекте идет зарядное устройство, рассчитанное на ток до 2 ампер. Размер переднего и заднего колеса 26 дюймов, покрышка Кенда. Вес самого электровелосипеда чуть меньше 30 кг. Максимальная скорость 25 км в час. Рекомендуемая максимальная нагрузка 100 кг. Пробег на заряженной батарее от 35 до 45 км. Пробег увеличится, если вы будете помогать электродвигателю педалями при разгоне и при движении в гору. Для включения электровелосипеда поверните ключ на батарее и нажмите кнопку ON на пульте. Также на пульте есть индикация емкости заряда батареи на 4 светодиодах, кнопка переключения скоростного режима и кнопка включения передней фары. По сборке никаких премудростей нет. Одному собирать можно, но неудобно. Нужно где-то придержать, приподнять сам велик. Вдвоем же сборка длится целых 15 минут. В целом электровелосипед упакован достаточно дружественно, чтобы избежать царапин на лакокрасочном покрытии. Из того, что установлено на раме от завода. Заднее мотор-колесо, батарея, подножка и проводка. Задача при сборке. Необходимо установить переднее колесо, руль, педали на шатуны, переднее крыло, фонарь головного света, сидушку и задний багажник. Из инструментов понадобится нож для вскрытия упаковки, комплект шестигранников, набор накидных ключей и крестовая отвертка. Немного про упаковку. Кому-то наверняка пригодится для расчета стоимости доставки новой или другой почты. Размер коробки. Длина 150 см, ширина 27 см, высота 65 см, вес 32 кг. Рекомендации по эксплуатации и хранению. Нормальное давление в шинах 2,2-2,5 кг на сантиметр. Смазывайте цепь, оси колес и каретки. Для зарядки батареи, напомню, применять необходимо только зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов. Такое же, как в комплекте с велосипедом. Зарядка не должна превышать 6-8 часов. Перед длительным хранением зарядите батарею полностью. В случае, если вы долго не пользуетесь великом, производитель рекомендует заряжать аккумулятор каждые 2 месяца. Зарядку аккумуляторов можно проводить, не снимая с велосипеда, или снять батарею для ее зарядки дома. Для снятия нужно открыть замок блока аккумуляторов,
поднять сиденье и достать батарею. Важно не допускать полного разряда батареи. Рекомендации перед поездкой. Проверьте работу тормозов и давление в шинах. Также раз в месяц проверяйте натяжку спиц колес. И еще одна немаловажная рекомендация. Поставьте, пожалуйста, палец вверх нашему видео. И кто не подписан, подписываемся. Если напишите комментарий под видео, будет вообще пушка-бомба. Заранее спасибо. Всем пока.